Рафинад хочешь посмотреть? Давай. Вот лопаточку я специально. Вот это покрупнее вырву. Ну, это ботва-то крупная, а сама морковка-то еще не вылезла. Остренькая. Не очень-то она. Ну, опять же, не та морковка, да, которую, помнишь, мы тогда садили. Нет. И хотели такую же. Не та. Все равно это не та морковка, она и та была ранее. А эта остренькая, та была круглая. Слушай, надо посмотреть. Сейчас я посмотрю, какая там записана у нас. Рафинад купили семена. И этот раз рафинад? Да. Ну иди вот с этого края, смотри, тут какие большие есть экземпляры. Сейчас обрежу ботву, моркови, свеклы. Если будет у меня на неделе прям вечером время, то я, знаете, сделаем борщевую заправку в баночке. Поэтому сейчас я все это пообрезаю. Сорт моркови рафинад не очень нам опять понравился, потому что когда-то давно мы сажали сорт моркови рафинад. Он был, знаете, такой длинненький, тупенький и ранний сорт. Либо тогда нам попался не рафинад, либо этот раз не рафинад, потому что тут среди вот этого рафината еще попал желтая морковь. То есть это явно какой-то пересорт. Неплохая так-то она, конечно, в размере это все, но нам хотелось немного другую. Здесь на даче прополощу в воде, чтобы домой-то грязь лишнюю не тащить. Прям тоже хорошая наросла. Вот такой размер мне нравится свеклы. Если варишь на суп или на салат какой-то, достаточно вот одной. А то бывают вот такие головы, и куда потом с ними только делить. Это я не посмотрела, какой сорт. А здесь вот темная ночь и рафинад. А? Да ты что? Так, это мыть. Что-то целое ведро у меня получилось. Очень удобно, когда на улице есть вот такой вот стол. Он у нас стоит здесь возле сарайки.